Количество первоклашек в этом году вырастет. С завтрашнего дня начнется прием заявок для записи в школы, и основной прирост ожидается за счет жителей мегаполиса. В этом году мы ожидаем около 40 тысяч первоклассников. В прошлом году эта численность была 39 578 человек, поэтому увеличение мы ждем. Заявления будут принимать как в письменном виде, так и по электронной почте. Однако преимущество, как отмечают в региональном министерстве образования, вновь останется за теми, кто подаст документы через портал госуслуг. Там заполнить бланк можно будет уже ночью после 12 часов. Для родителей сама процедура займет не более 5 минут, а обрабатывать заявки начнут сразу же. Для этого организуют дополнительное дежурство специалистов. В прошлом году за первые полчаса работы портала было подано порядка 1300 заявлений. В целом, если говорить о том, как чаще пользуются граждане порталом или бумажной версией, то, конечно, преимущество у портала, потому что практически в полтора и более раза заявлений подается через портал.